Так, всем привет, как вы смотрите в записи. Мы играем с товарищем Пивом. Четвертый раунд Тейрбота. У нас тут Сулархейма против Моротов. Оппонент выиграл кубовку, уходит первым, наносит мне страшный урон, и я погибаю. У меня... А, стоп, ты же стоялся первый. Давай, да, тебя я покажу. остался первым. Да, давайте. Так, ну две группы. В первой группе... Да, давай начнем с первой. Господин Бутрак стоит вот тут и... А дальше мы переходим на правый фланг. А, нет, сюда же. Пачка животных. Одна прета, одна гака. И все это с девочкой-поводырем, вулкан-шотган. Дымы, кламин плюс, преты с чайником. Все как обычно. Господин Датурась с чайниками тоже классический. И линк больших обезьян. И не очень. Из двух сурьятов, МСВ и ХМГ, все лежат. Бомж-парамедик. Кайток внутри дома стоит. Сейчас мы, да, откроем. Кайток с двумя чайниками внутри дома. Тремя. И Дарток. Кстати, он тоже лежит. Тоже. Вот, это что касается первой группы. Во второй группе та же самая пачка животных, которая находится здесь. Девочка с вулкан-шотганом. Это с чайником Гаки. Кадрон-багажничек стоит. И лампа находится вот тут. Ну и Бултрак был из резерва, да. У меня же два багажника, лампа, варкор. Здесь бисхантер, там внутри апемина. Вот здесь локуст, сабашек, вайлд пирот из резерва. А тут моя большая фаер-тима. Здесь стоит варк фуошник, стоит варк с кадин марксманкой. Орк C плюс мультирофил, орк мультирофил, хакер и пулемет. Все линковано, кроме вот этого заднего арка. Ну и, в общем-то, это все, что ты пока что видишь. Еще есть что-то, что ты поставил. Да, еще есть что-то, что я поставил, что ты не видишь. Вариантов у меня не очень много вообще в армии. Ну вот, как-то так. Ну хорошо. Делай там штуки какими-то своими приказиками. Да, давай, команд токен. Мы украдем у тебя два приказа с большой группы, поскольку во второй я вижу только... Азнату да багажник да лампочку, и вряд ли она, ну, прям настолько ужасно страшная, поэтому, да. Целых 6 приказов вперед, так сказать. Может пройти. 6? Где, почему 6? Ну, мы же о 12 престиж все считаем, правильно? Что его можно сюда потратить. Да, да, в первую нельзя, тут согласен. Господин Бутрак стоит, да. Машет своим таковарносом. А, ну, что, начнем тогда? Давай импетус сначала. Подумаю я, буду ли его разыгрывать. Какая локуста пеха? 12, кажется. 12. Да. Можно, конечно, посмеяться и закидать тебя гранатами. Кек. Ну, можешь попробовать. Ну, мы же кекаем, правильно? Я даже ростик взял смешной специально для этого. Поэтому... Вы видели этот кор? Он называется тростер смешным. Окей. Нет, не смешной кор, это где я гад, правильно? Вот, поэтому... У меня контракт своему не смешному кору есть, но она теперь не работает. Валк-пород? Не, в смысле, варк-наро. А, варк, точно. Так, а что, ну... Альбеда. Да-да-да, точно. Для этого я... Так, давай вот сюда. 4, прям чуть левее. Ну, а рополга нету? Хотя, может, там что-то... Меня стрелит. Ну да, полагаю, никаких хоро нет, сквозь две двери мы не стреляем, поэтому да. Угу. Ну давай я еще пойду на 4. Я же могу сейчас замерить зону комфорта? Да, мы тебя послушаем. Правильно? До меня там... Ну, я не должен был мерить ровно до локуста, но я тебя... Ты стелсовый? Нет, конечно. Ну тогда пододжим, я тебя услышал, мне тебя пытаемся убежать. 5, мы даже от тебя убежали, ну, давай найдем от тебя, откатимся. Как будто там бы не хватило, правильно? А, ну, с другой стороны, я же могу положить шаблон вот сюда, правильно? А ты все равно можешь, поэтому мне нужно будет еще два раза укатиться. Да-да-да. По-хорошему. Но... Или я могу встать и начать на тебя смотреть, но... Но тогда шаблоны. Большая красная обезьяна тебе скажет привет, да. Как будто не очень хорошо. Так, ну, это все из импетусов. Давай, наверное, сгорим в прекрасном пламени твоем.
активирую бултрака за NCO приказ. А видишь ли ты меня прямо сейчас? Да. А, видишь. Ты покоряешь все высоты. Спокойно тебя видим. Я стою в елке. Здорово, елка что-то изменится? Нет. Ладно, сижу на лавочке. Сижу на лавочке. Окей, ну что, ХРЛ шаблонами, разумеется. Да, хорошо. Ну я в тебя что-то там 5 задую из киперопитки. Делать нечего. 36. 7, 36. Ну то есть я по минус 3, правильно? Ты по минус 6. Ты по минус 3, да, потому что у тебя пушка, а я по плюс 3, минус 6. Как будто целых 2 в тебя. А, да? Давай там АПшка, наверное. Unconscious. Упал. Жаль. Блин. Я посчитывал потратить на это приказы 3. Ладно. Кого я тогда вижу еще? Паутрейнджер, могу... получается, да. Ну да, а вот снайпером бы не получилось. Получается, заточился. Угу. Жесть. Так, а где Варкер, кстати? Господин Варкек, как ты думаешь, если я прыгну вперед и вверх, и потом опущусь, наверное, я тебя все еще не увижу, да, Варкор? Ну, я думаю, что вот ты вот его откуда-то вот отсюда справа будешь видеть над вот этим местом, вот туда, вот так вот. Ага, а слева там никак. Только сначала ты увидишь лампу, щель. А слева там вообще никак. Огромная. Слева никак. Да. А у тебя парамедик есть? Ноп. Нет. А, ну то есть он там отдыхает. Да-да, парамедики для слабых. Блин, плачу теперь. Можно, конечно, ослепнуть. А ну ту лампу, в принципе, я никак не смогу убить. Линком своим. Поэтому давай, наверное, делать кек. А, потрачу приказ на Туразе. Угу. Ну, я заявлю спекулятив. Да я подожжу, что у меня. Локс-то мои. Ну, да, там вот это вот все. Буп. Так, у меня получается по 11, правильно? Потому 6. Что дистанция потрясающе. 6,8 там. Ну, да. Я же могу сюда положить. Ну, да, горизонтально 7. Же. А, нет, стоп, диагонально. Да, ты же до центра, значит, диагонально. Ну, типа 7 до самого края. Угу. Значит, по 11. Ой, вижу 20-ку. Не, слушай, ты подожжу. Здорово, дюйм еще. Мы так можем продолжать еще что-то в 7, допустим, вот это где-то 8, и у меня еще, ну, минимум один раз мне надо будет, может, 2. Ну, давай, я еще раз так сделаю, а там давай. Дальше уже, наверное, хватит. Давай, 12 ПХ, спасаем. Нет. 3, попал. Ну, давай посейвим. А, окей, у тебя есть шоковые боеприпасы, нет? Нет, это же граната просто. Мало ли у тебя бы там БС... Шок, граната? Continuous damage какой-нибудь или что-нибудь еще. У спецназа шоковый гранат, между прочим. Ну, блин, это спецназ. Ну, а да, я ладно, обычно тугась. Это спецназ, а не, да, а не вот это вот. Так, ну пока меня все устраивает. Пока меня все устраивает. Можно, ну, блин, конечно... спекулятив гранатами. Я на такое не рассчитывал. Это следующий уровень. Да. Просто... Так, как будто надо идти линком вперед. Ладно, давай, знаешь что, если я буду сюда, ты меня увидишь лампой своей? Ну, похоже, что да. Ну, так, который справа определенно, так, который слева тоже. Ой, там же еще одна есть. Там две, типа вот это и вот это. Да, то давай тогда NCO приказ, я потрачу и пойду вперед. О, на 6, наверное, не выхожу, да? Ну, вообще да, никого, да. Такое. Ну, ладно, что. Просто ну, пошел на 6. Да, и постою на месте пока. Хотя... А я могу на 4 прыгнуть вперед? Как будто зачем? Я же просто ослепну. Давай так, коварный приказ. Угу. Я, ну, выйду на вот ту лампу, которая там дальняя. Я же могу выйти на нее? Да что-то как-то... Похоже, что нет, да? Сейчас, но там есть какой-то уголок между машинкой и зданием. Именно потому, что лампа стоит в самом углу, наверное, можешь. Ну, если ты не против, то ну, я бы пострелял. Можешь, если да. Против, то ничего страшного.
Да, наверное, можешь. Давай я тогда. Если, если я не вижу, я просто иду вперед. То есть меня оба варианта устраивают. Ну, короче, мне кажется, что, наверное, можешь. Потому что стреляю. Там угол торчит, да, и поэтому в тебя появится еще ниндзя. Вот о, здесь. Нет. И он в тебя бахнет. Я даже не знаю, да блэкшоном, потому что у тебя, видимо, шестая броня, да ведь? Или седьмая? У меня седьмая. Ну... Я же большой и страшный. Чтоб ты валил на пятерки соевые, или чтоб ты его все-таки валил на так нормально, но только один? Давай АП для извежливости. А лампа... А лампа посветит. Да, окей, давай, так, стреляю я... Так, ну здесь, кстати, уже будет плюсовая для меня. Может быть. Но минус 100%. Там было 36. Ну да. Да-да-да. Ну, это надо, чтобы больше прошло, где-то 7. Получается, я буду стрелять в тебя, короче, по минус 9. По плюс 3, по семеркам, да. Ну, давай я задую 3 в лампу и... Или 3 в куна, заряди. Да, давай. 3 в лампу и 2 в куная. Нет, 3 в куная и 2 в лампу. Окей. Вот так. Давай с куная начнем. Давай кунай, я по родному. 4 и 3. Блин, там была десятка. Это оно. Это оно. Ну, кстати, дед. Лампа. Армор у тебя какой? Первый. 20, не попало. Так, и 2 в лампу. Там что-то тоже по маленьким цифрам. Ну, кстати, по 10, да, наверное? Я так думаю. А, нет. Лампа. Только шестерка попала. Погоди, почему? Потому что я по минус 6 стреляю. Ладно, тогда рерол сейва. Угу. И в итоге 11 эх, провал. Жалко. Да. А, стоп. Ну, а стоп, куда я его убрал? Какая разница? Ну, вообще, да. Ну, ну, вдруг я там ходить буду, не знаю. А, верно. Это верно. Так, что-то... Все не так, как планировалось. Ну ладно, давай просто дальше пойду. Приказик я регулярно потратил. Хочу... Давай прыгну просто вот сюда. А он, наверное, там увидел? Да никого, наверное. А, ты пока еще не увидел вторую лампу и варкора, ну да. Да-да-да. Ну давай следующий приказ. Я там вдоль, ну, подошел к стеночке на 1-1 и на стоять. Насколько-то, чтобы увидеть только лампу. Угу. Там на 1-5, допустим. Ага. Сейчас, погоди, только ли лампу ты сначала увидишь? А, ну там типа вырез внизу рекламного щита. Ну, допустим, да, только лампу. Если ты хочешь, ну, да. Ну, если хочешь, я могу сначала с варкором выстрелить. Ну, по идее же, я, получается, вижу все сначала варкора, правильно? Вообще все равно, выбери свою цель. Ну, давай варкор. Хорошо, тогда флешпуст варкора. Блин, не уважаю, получается. Идем. Давай, там, 18. У всех плюсы. Ну, вот, вот теперь у меня все шансы. 9. 100%. Блин, это хороший ром. И у меня 9. Ну, что ж. Уважаемо. Да, давай потрачу приказ. Еще, да, один. Еще раз. А, я уж кинул. 12. 12? Блин, ты что? Так сильно, это жестко. 11. 11. Это... Жесть, это 2 сейва. Да, давай, 2 сейва. 9 БТС, правда, в ковре? 3. Ну, посвет. Этого хватило. О, нет. Охо. Я же говорил, что так произойдет. Это произошло чуть позже, чем я рассчитывал. Наверное, я зря ниндзя показал. Что-то я не... Ну, как минимум, не на первую... подумал, да. Первый раз, мне кажется, прям точно зря. Ну, ладно. Давай приказ. Я такой трусливо уйду, типа, куда-то сюда. Жампнул обратно, да? Да-да. Варкор, ну, тебе еще раз флешпульсует, просто потому что он может себе это позволить. Давай. Твоя вторая половина? Да я дальше пойду просто. Я теперь не могу встать в СПС, правильно? Не попал. Не, не можешь. Это жалко. Так, а чё? Ну ты, допустим, придёшь аркон свою. Залечь я не могу. Давай еще один приказ. Я пройду на 6 вот сюда.
Хочу ли я сюда? Может, мне просто вправо уйти? Справа у тебя как будто... Ну, своего лева как будто там никого не должно быть, правильно? А через весь стол как, ну, как будто ты не очень хочешь идти. Поэтому, наверное, я давай пройду на 6 вот сюда. Ну, да, никого там нет. Ну да, и на 4 куда-то сюда, наверное. Окей. Ага, так я буду без ковра. Не, давай, наверное, вот сюда. Хотя я, наверное, в клубе. Да, я в клубе стою. Ну, чуть левее встань. Какая разница? Так а шо? Ну, кавер-то ну, типа, если ты сюда встанешь, вот так вот. Ну, хотя, вот, типа, кавер. Ну, как будто, да. Ну, нормально, похоже, ладно. На кавер со всех сторон. Ну, давай, ладно. Ну, это плохо так похоже на кавер с этой стороны, но... Ну, да. Ну, как будто вот по такой линии, да? Хотя, не, ну, это какая-то жесть. Ты, нет, ты же как, меня как, спокойно как будто видишь. Все-таки вот по такой, да. Да-да-да, я тоже так думаю. Но все-таки огромная база у него. Можешь на следующий приказ вот сюда забиться. Вот тогда ты точно будешь в ковре. Ну тогда я не встану мужиком. А тогда тебе надо? Не очень. Ну хочется смотреть на тебя красиво. Ну ладно. Ладно, давай я все-таки вот сюда пройду тогда. Окей. Буду стоять, смотреть. И давай последним приказом в этой группе я, ну, просто активирую линк и встану с Уриятом, наверное. О, надо было... Я понял, надо было разыграть этот координейт. Ну ладно, чтобы до туази еще подвигать. Ну, если хочешь. Сразу, что да, я уже следующий приказ потратил. А, ну ладно. Как будто некрасиво получается. Ну, давай, вот здесь встал. Сказал человек, играющий за Моротов. Да что вы меня все булите? Мороты не самая сильная даже фракция. Одна из. Не фаланга, конечно. Ну, вот-вот. Но. Там игры с фаланга — это скрип. Особенно, если это Эрексрон. Ну, он кубики хорошо умеет кидать. Скилловый человек. Да там плюс на плюс, так сказать. Дает плюс. И то, и то. Так, ну давай во второй группе у нас целых 5 приказов есть. Я могу двигаться. Давай приказ во вторую группу, я пошел 6. Угу. Пошел на 6. У тебя же hidden hell'ов там каких-нибудь нету, надеюсь? Нет. У меня недавно на гидзюцу поймали и весь линк накрыли агьемой пятой. И какая разница? Ну, ты просто заявляешь додж. Скажи, например, это додж 14? Да-да-да. Ну, там на человек кинул 13 просто на кубике. И это другой вопрос. Тем более, что вот этот линк не жалко. Ну, какая разница? Это же собачки. Ну, блин, это знаешь, это как с пчелками, типа. Ну, ты их уважаешь, и они делают много. Вот. И тут то же самое с собачками. Так, ну я сходил в первую часть. Ну, да, здорово. Нет. Сети, я ничего не могу тебе сделать. Все спрятались. Вот пока ты внутрь не войдешь, тебе там варкор увидит. А пока не внутрь не войдешь, ничего не могу. Так. Варкор увидит. Вот он там варкор стоит, смотрит. Вот у него башка торчит. Вот эта лампа уже без сознанки, поэтому она уже не видит внутрь. Ты войдешь с этой стороны, увидит вот та лампа. Ну и, в общем-то, и все, ну, да. Кстати, эта лампа не увидит, если я буду вот здесь выходить, правильно? Да, не увидит. Померю свой зок замечательный. Да, если я пойду на 6 сюда. Ой, 7 померил. А, ну 8 померил. Угу. Как будто там будет чуть дальше. А, давай приказ. Угу. Ну, я там пойду сюда. Ты хочешь увидеть варкоры, ну, ведь... пострелять или... Не, я просто хочу вокруг дома постоять. Тогда чуть назад. Чуть назад, без назад. Проблем. Ну, ну, типа так, да. Ну, ой, ой, о, стой. Надо что, лочить что это происходит? Добро. У нас была вот эта, 4 паник рум, да? Да. Я не знаю. Сейчас, 2, это армори closed. Да, 4, значит. Здесь по умолчанию стоит. Угу. Дом номер 4. Дом номер 1 был не залочен. Лень. Крутодел. Так, ну я вот так сходил, допустим.
видел там какую-то, ну, вот эту вот точку. Допустим, тебя не видно, да. Да, да. Ну, если что, я могу правее просто встать. Чтобы, ну, не важно, ты все равно дальше пойдешь, сейчас дым кинешь. Да, 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 не, я, ну да, я хочу кинуть дым, очевидно. А померю там свой зуб на конце мува, вот это вот все. Да, могу же. Ну, куда-то вот сюда и кину, в принципе. Угу. 2 по 16. Ну вот там. Давай следующий приказ. Это дальше пошли. 1, 3, 4, 7. 2 и 1. 3. 9. Тут на. 3, 6, 2, 4. Так, ару нет, полагаю. Угу. Угу. Так, пойду дальше. Ну да, пока нет. Вот теперь появится. Можешь там подожить, да. Е-е-е. Ну, варкор, конечно, же будет дожить. Классно. Так, ну это моя вторая половина, поэтому я ничего не скажу. Ну, не подожди. Ну, почти. Не важно. Ну, давай следующий приказ. Чё. В следующий раз там продолжит. А, ну, давай я пойду на 6 вот сюда. В ЦЦ? О, могу прям в ЦЦ в тебя зайти, как будто. Да, я правда могу. Очень хорошо даже. Ну, не очень хорошо. Первый маршалик. Лучше. Ну, неплохо, давай так. Не то чтобы очень хорошо, но неплохо. Ну да. Как-то определенно так. Неплохо. Ну вот, стою перед выбором. Что же мне такого сделать? Арома? Я вот думаю, что с тобой можно придумать. Хочешь сказать, что есть еще одна это хитинг? Нет, конечно. Да, лампа. Ну, я, соответственно, вижу двоих. Да. Ну, только лампу и варкор, больше никого. Ну да, мне. Лампа, да, подожжет, как будто этого достаточно. А варкор в тебя... Ослепит? Ну, это кажется лучше, чем что-либо еще, да, это лучше, чем стан-пистолет, я просто слеплю флеш-пульсом. По 13, собственно. Угу. Арки умеет драться. Ок, МВ. Так, ну хотя как будто. Давай я в тебя 3 точки, не, хотя, ну да, давай 3 точки заряжу в тебя по 17. Окей. Okay. Давай. Мне надо, чтобы ты умер просто. Ну, кстати, 2. 6. 1. 1 в тебя? Давайте посейвим. А, ну, почти. Это вулкан? А, нет, АП. Это вулкан, АПшка. Точка там АПшка, а шаблончик continuous. Ну, лампа пододжит. 9, он даже пододжит. Ну, давай она даже из лов у тебя пододжит, чтобы ты ее больше не трогал. Ну, нет. Без ковра только. Окей. Хакер ХД и Орк МГ. Так, ну, кстати, это хакер мина. Мог тебя спотлайтнуть. Наверное, мог. Ну, если хочешь, спотлайт, пожалуйста. Давай. Уху, хакинг в пано. Жесть. Это новая мета теперь. Получается так. Ну, давай следующий приказ. Я там выйду на наверное, дюйм. Скажи мне, сейчас, ну, я тебя вижу? Да, без проблем. Ага. Так, это я вышел на 1.5, обратно вернулся тоже на 1.5, и на 3 зашел, короче, назад. Ну так ты под мины выходишь, с вероятностью. Тебя это устраивает, да? Ну, кстати, не устраивает. Ну, так мало ли. А-а-а, может, такой был план. Если вот сюда выйдешь. Более того, аваркор уже лежит без сознанки. Может быть, мина уже в тебя выстрелит. Вот даже сюда. Может быть. Ладно, тогда не буду выходить. Не буду выходить на фугасе, я просто уйду.
назад, так сказать. Там на 6. Ну что-то все. С вами неинтересно играть. Ой, все. Я уже наигрался. На, поверим, твой зок. Да, давай. Ну, как будто... Как будто может быть и да. Как будто может быть и да. Но, скорее всего, нет из-за варкора, потому что я все-таки должен положить шаблон над его головой, а не... Ну вот, не было варкора, да, а так надо повернуть шаблончик. А там как будто чуть-чуть ближе. Так, вот. Но, так, я не знаю, земле. Ну, скажешь-то. Ой, это не то. Ну вот, давай вот так сделаем, потому что мина, а типа от себя же стреляет, да ведь? А, это не касается мины штука. Кековая. Эта штука должна быть параллельно земле, потому что иначе я зацепляю варкора. Типа, вот как-то так похоже на правду. Мы шаблон подвинем к мине, чтобы он ее коснулся. Он ее должен коснуться. Коснуться. Ну, возможно, ты можешь вообще чуть выглядит, что... Нет, вот прям вот совсем чуть-чуть нет. Да. Из-за того, что варкор лежит, и я не из-за того, могу что варкор лежит. Да, касаться своей модели. То есть, если бы я сейчас убил варкора в дед, то ты бы меня задел. Определенно, да. Это смешно. Ну, короче, мина не показалась, разумеется, и никто ничего не видел. Я в тебе еще один спотлит заявлю. Твоя вторая половина. В как? Не, вознат. Вознатку? Блин. Ну, я пойду дальше. Да вдруг ты бы ресетнулся. Вообще зря, да. Если бы ты ресетнулся, ты бы в голом поле остался. Какая разница? Вот-вот. 1,5. Это 3,5. Ну, там, сюда. Так, девочка пройдет на 4. И как будто гака просто на 6. Ура! Угу. Угу. Ну и давай последний приказ, который я генерирую за команд токен. Тоже вот в этих товарищей. Блин, этот крестовый поход был ради одного варкора. Это какое-то верхнее уважение, я считаю. Или наоборот, верх уважения. Целый крестовый поход ради варкора. Блин, то есть как посмотреть? Да. Может и правда. Давай на 6. Сюда. Где-то там можешь увидеть ознатку. Ну, как будто нигде. Только если близко прям подойдешь, да? Как зайдет сюда? Хотя. Не, давай вот сюда. Не, давай вот сюда, да. Ну и на вторую часть приказа мы там заляжем. Потому что второго у тебя, скорее всего, нет. О, собираем маркер. Карточка, наверное, вот так. Мужчина стоит, все стоят. Ну да, это, пожалуй, ход передаю. Окей, дым исчез. Давайте посмотрим, что у меня по приказикам. Вроде даже не так уж все и плохо, но локуста я потерял совершенно бездарно. Ниндзя, наверное, тоже зря потерял. Надо было дождаться, пока варкор его ослепит, а потом уже ниндзя появляться и стрелять. Кто же знал? Итого, в первый у меня 4, 5, 6... Так, варкор умер тоже. 5 в линке, 6-7 это багажники. Итого 7. Во второй у меня 3. Причем, к сожалению, у меня и варкор в анконшисе именно не взорвалась, и варк в анконшисе. И я сюда перевести не могу больше одной модели. Давайте так и сделаем. За common токен мы перекинем сюда. Что у меня останется во второй? 2 лампы и Beast Hunter. А, да, локус же в анконшисе, точно. Это вот так вот получается. Одна лампа и без хантера у меня останется во второй. Угу. Ну да. Да, все так. Одна лампа и без хантера. Давай оставим. Да, вот это оставим. Она такая больше всех под ударом, наверное. Вот это будет из первой. Хорошо. Со временем его второй, наверное, особо делать больше нечего. Ну, может, без Хантера что-нибудь куда-нибудь перебежит, там, панцерфауст кинет свой.
меня есть там пистол. У меня есть пистол. Я могу пострелять, вот, забежать и пострелять в эту разе. Или разменяться с ним. Как вариант. Словно бесплатное действие это будет. Итак, ком токен. Пересобрали кор полный, большой, красивый. И пошли вперед. Собственно. А нет, стоп. Давай. Перед тем, как пересобрать кор. Перед этим. Давай-ка мы залеет приказ. Просто подвинем арка вперед. Потому что все равно же меня вот сюда никто не видит. Из-за здания по центру. Да? Да. А с другой стороны... Какая разница? Мне же все равно придется останавливаться, чтобы пострелять. А налить приказ, если что, убежать смогу. Ну ладно, давай не будем это делать, да. Просто за обычные приказы пошли. Залить приказ, если что, я потом сопротив встану. Орков 6-2. Да. Класс. Поэтому вот это лидер, он по центру. Орк, ну, пока не добежал. 9, 4, 1. О, варк вылечился. На 6 сюда. Этот, если перейдет через ящики, его лампу увидит, да? Ну, давай он... Да, это точно. Типа один сюда. Вообще, не, зачем? Я могу лечь и супержампнуть на ящик. Так. А, не, не могу, это же мув. Это же мув. Один, 1.4, 1.6. Нет, я не пролезаю. Ой, какой же ты что, тебе стрелять прям надо, что ли, с него? Тебе прям стрелять с него, что ли, надо? Хотя как будто в тага хочется пострелять с этого, с маха. Ну, в тага как будто с него хочется пострелять, да, а не с пулемета. Хотя, у тебя так без ковра. В целом, я вот отсюда и с пулемета тага убиваю. Без больших проблем, кстати, больше не станут. Поэтому, наверное, я могу сильно не мучиться на эту тему. И в целом просто пробежать, а ты послепишь, не послепишь. Ну, типа, послепишь, не повезло, конечно. Тогда жалко Марксенку. Марксенку все-таки больше хотелось бы. С другой стороны, мне все равно воевать с твоим сурьятом МСВшным. А с ним лучше пулеметом воевать. А, стоп, у тебя иммун АП, у тебя не иммун К1. Но это 24, на самом деле, даже не знаю, чем лучше стрелять. Может быть, даже Марксенкой лучше. Ладно, давай он встанет назад, пойдет пока что. Мне все равно два раза мув делать. 4 сюда. Это уже второй альбедо. Это мы потом поднимем. Где хакер? Вот хакер. Этот орк тоже вломится в дом. Ну, типа вот так вот. Аро нет. Чакнем зок. До сюда, окей. 1.9, 2.1. В целом арку больше идти вперед не стоит. Это даже может немножко назад отойти. А эти выйдут на улицу. Окей. Okay. Угу. Следующий приказ. Стоп, это был первый. Значит, следующий приказ. Пулемет лидер. Uh-huh. Нормально. Пулемет подошел сюда. Вышел вдоль ковра вот сюда. Увидел лампу. Я не знаю, увидел ли он что-то еще. Может быть. Варк убежал вперед. И кадрона. А, да? Ну, как будто да. А, слушай, да. Хочу ли я сразу на двух выйти? Нет, давай я сначала только на лампу выйду. Потому что я боюсь и кадрона. Хацкер куда-нибудь сюда пробежит. Лампы просто лучшие в этой игре. Понимаешь, они останавливают нас обоих. А давай твоя не будет меня останавливать. Это очень важно сейчас. Как будто здесь есть 24, можно и послепить тебя, правильно? Ну да. Но здесь больше 16. Да, больше. Я могу и пострелять. Че, я заплатил за 17-й баллистик? Я заплатил, я буду им пользоваться. 13-13. Очень хорошо. О, нет. Я стреляю в тебя по 14. Ну, тебе 3 сейва. Yes. Ну, я заплатил за баллистик, но я не заплатил за урон, видимо. Хотя нет, какая разница? Как будто стою на месте. Как будто мне нужен был бы 20-й дамаг, чтобы ты не посейвил. Да. Ну что ж, следующий приказ. Все то же самое, варк только вперед выбегает. Mm-hmm. Из дома. Ну давай. Хочу ли арком выйти как-то еще по-интересному?
Ладно, да, давай вот так вот выйдем на сразу и на лампу, и на кадрон теперь. Кадрона. Ну и кадрон по додж. Варк сюда. А хотя я по десятке же буду все равно. И доджить я буду по десятке. И стрелять по десятке. Стрелять ты поэтому будешь по минус 6, по семерке. Ой, точно. Если тут есть 32. А, нет, у тебя до 48. Тогда точно по семерке. Да, давай. Ну, оба посветят. Окей, да, давай, ну, типа... 3 в лампу, 2 в экадрон, что ли, так? Давай. Да, не, ладно, 4 в лампу, 1 в экадрон. В экадрон просто для приличия. Вдруг повезет. До 40. Угу. 4 в лампу. С кем сначала? 4 в лампу, лампа. Свечи. 14, вот тебе крит. 3. О, нет. 3 так, сейва, 1 сразу в экадрон. 12. Как будто она сдохла. Да, в экадрон не попал. Я, кстати, лампа причем получила 3 дыры, сдохла. И она полностью сдохла. Да-да-да. Армах-то ноль у нее. Ой-ой-ой. А, так, и что в экадрон? Ты там кинул уже? 12, да? Да, 12 не попадано, потому что здесь... А, ну я по 7. Минус 3, минус 3, минус 6. А я попал, кстати. Ок, но у меня третий БТС. И даже если я слепну, в целом пофиг. 8 плюс 6, идеально посейвлено. Я такой, а, ну и пожалуйста. О, нет. Ну, давайте ему убежал. Испугался и убежал. Так, что я теперь могу делать? Если я зайду внутрь дома, меня... увидит все равно экадрон, как мы там, где он там стоит. А, вон он там стоит, да. Ну, мы как-то говорили, что он, да, он там над дверями меня как-то увидит, он кусок сейчас торчит. Как будто как вот так он тебя там увидит. А, ну, как мне увидит вот эту дверь. Ну, да, да, внутрь. Да. Мне осталось условные 6 приказов. Мне эти 6 приказов нужно прийти, нужно один раз торгануть хлебалом в ознатку. Так, вернуть вулкан Шитган — это смерть. Звучит как смерть, да? Ну, не знаю, 2 вулкан Шитгана. Ну, ты, конечно, мужчина, и посейвишь сюда, просто вулкан. Я хочу лететь сюда. Нет, я-то не посейвлю, я это знаю. Я-то как раз-таки не посейвлю. Ты там видишь, от успеха до неудачи... Одно действие. Действие сначала ты посейвил, а потом ты не посейвил. Угу. Лампа умирает слишком долго. С другой стороны, ладно, умерла. Хотя бы. Не могу жаловаться. Здравствуйте, товарищ котенок. Болеем за мортов, монки вместе силы. Ну уж, ну, спасибо. Как бы сил-то оно сила. О, сила. Не туда. Вот сюда. Ну, я, кажется, вижу кусок ознатки. Да, я вижу кусок ознатки. Да, можешь. В целом, можно будет сюда зайти, вот по ящику, и слезть, и пострелять в нее издалека. Вопрос лишь, есть ли 32 вот отсюда до сюда? Ну, до вот твоего чела. Почему не пингует? Сурьята. А, любопытно. А, типа откуда? Вот отсюда до Сурьята. Не факт, вот вообще не факт. Мне кажется, так там где-то... мне быть выгоднее. Тут 12 это, да? Ну да. А я стою 24. Типа в 6 дюймах, 18. Ну там где-то... Короче, вот отсюда до сюда 24. И это примерно до сюда. Ну да, 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 да. Нужно к углу подходить прямо. Если я прохожу мимо угла, что там прета, ну как-то она у меня, она лежит, но если она пододжит, там меня начнет видеть, там шаблон. Все некомфортно. Да. Один, а знатка уже мертва. Че ты... Не сбивай меня. Началось все, потом пересчитывать заново придется. Вообще, у меня приказов мало. Мне нужно убить либо тебе весь линк, либо тага. И с чем-то одним из этих двух вещей я могу справиться. Наверное, с тагом. Ну так, если подумать. Ну как будто с ним проще, да и ближе идти. Да, как будто бы да, поэтому... Оснатка уже мертва. Ну да, ладно, понимаем. Давай активируем линк, тогда... Пулемет пошел. Там было сколько дюймов, напомни, пожалуйста? 38, по-моему. 38, да? То есть, если ну, я можно вперед померить. Выбегу... Это не проблема. Ты же все равно стрелял. Ну да, да, типа 38-39, неважно. Даже если я просто по прямой шел вперед, я бы не вышел в плюсы. Потом пулемет, наверное, останется здесь. Ну, варк там куда-нибудь сюда переместится. Остальные товарищи могут уже выходить. Угу. Пулеметчик слева тебя никак не увидит. Ну да. Наверное, хакер пока сюда подойдет. Остальные поближе. Видимо, как-то так. Ну, аро.
Ты еще в ковре, правильно? Да, да. А, то есть мне нужно просто жить, чтобы тебе мешать, поэтому я пододжу. Давай, с пулемета. На 2 дюйма ты сейчас далеко не уйдешь, да. Давай. Ну, 20. Хорошо, Даш. Ну, 3 и 11 это крит. Потому что суммарно минус 3. Я да. понимаю. Те же самые 3 сейва. Те же самые 3 это дед. Те же самые 3 деда. Окей. Ну, хотя бы. Хотя бы, ладно, по приказу на каждого. Следующий приказ в линк. Пулемет побежал сюда. Он не дошел до этого места. Очень жаль. Варк побежал направо. Линк, ну, видимо, где-то здесь. ХЗ. Котенок не вообще слил схему. То есть, если я выигрываю в минорку, есть вероятность, что он выиграет. А если ты проиграешь, то я выиграю в любом случае. Вроде как. Но тут мы посмотрим. Если я проиграю, ты выиграешь в любом случае. А, в смысле, в нет, общем... весь турнир, да. А, да, какая разница, боже. Ну как, не, важно. Тут, это же мы же рофлы листами играем, ты чё? Это я пришел ценное. Поводить бултрака впервые за полгода. Сейчас мы тебе расскажем за удовольствие. А, ну получается, смотри, чтобы я его дальше поводил, тебе нужно убивать линк, правильно? Да. А ров, видимо, нет? Есть цель. Нет, а ров, видимо, нет. Ну, этот побежал вперед. Ты его не можешь увидеть, потому что у него альпеда. Жесть, законтрил. Законтрил, вот. Да, я даже не знаю, как это комментировать. Ну, давай-ка орк Хацкер сюда тоже перейдет. Оно спадет в конце твоего хода, правильно? Да, в конце этого хода альпеда исчезнет. Потому что он держится ровно первый гейм-раунд, и все. А раньше, по-моему, больше было, нет? Не, всегда так же было. По-моему, его можно было не активировать во время диплоя, но это не точно. Вот. Кажется, все равно нельзя было не активировать. Но Альбет странная хрень, если честно. Наро, наверное, нет. Следующий приказ. Пулемет, типа, зашел сюда, спустился. Видел ознатку, типа, да? С другой стороны, пулемет может пройти прямо, а на следующий приказ выйти сюда и уже стрелять в Сурьята. Сколько у тебя будет приказов? Допустим, вот этого я убью без Хантера. Допустим. Я не говорю, что убью, я говорю, допустим. Здесь я по пути должен буду застрелить ознатку по-хорошему варгам, что в целом не самая сложная вещь в этой жизни. Так, варг сейчас окажется здесь. Потом орк может выглянуть здесь, делать, пострелять, да. Варг окажется здесь. У меня останется ровно один приказ на убийство Бултрака. Ну, такой сейчас затея, конечно, да. Да, мне по-хорошему два раза поумываться. Ну ладно, видимо, надо отходить. Орки отходят сюда. Хакер. Я вот даже не знаю, может его спереди оставить. Кнопки я уже не нажму. Ладно, он, видимо, тоже должен отходить. Пулемет прошел сюда и давай там. Сколько? Два сюда. Да, дюйм сюда, дюйм сюда. И, видимо, 4 сюда. Варк 4 сюда. Будет так, резок. Что ты делал? Тварга. Варга нужен каждый дюйм, иначе он не добежит до твоего тага. А, мне же еще линк пересобирать. Не, мне линк пересобирать, поэтому давай кварк пробежал сюда, а вот пулемет остался на месте. Вот как-то так, видимо. Угу. Так, а, ну, как ты сходил к пулеметам, да. Чтобы увидеть Сувета или как-то, или наверх? Не, пока я был здесь. Да, ладно, давай, вот я тут остался, потом сходим, постреляем в Сурьята, а варга, видимо, потом подвигаем. Сколько тут? 2 дюйма. Ну ладно, давай здесь его оставим, вот так все. Стоп, на коробку ты поднялся, да, правильно? Да, поднялся, спустился, увидел ознатку. Это самое важное. Остальное потом с Сурьятом, да, щель он меня пока... Давай я кину 2 дюйма, чё? Ну давай все в нее. Ну я прям под себя кину. Мои нули, ты в ковре.
но значит про одному. Значит, вот Тикрит. Ну хватит. 6-8. 5 сейвов. 9, 12 4. И 14. Это крит, потому что дистанция кавер. У тебя нет миметики, не так ли? Не, нету. Это так, 3 провала, потому что у тебя нет брони. Не, первое. 11 — это ровно провал. Да. Это получается третий крит за игру. Давай следующий приказ. Да. Пулемет выйдет вот сюда, на 4. На 3,5. Отойдет на 2,5. Выйдет сурьет. Да, отсюда я увидел сурьета. Тварк пробежит. Можно сюда. Я напошу приказ там твой зок помега? Эта штука была в... Вот отсюда точно была? Да, была. Она даже нормально. Отсюда была, получается, да. Вот, а эти челы куда им? В прон и по углам. На это куда-нибудь сюда, куда-нибудь сюда. Так, помега твой зок. Как будто далеко, да. Ну что, давай постреляю в тебя. Хацкер, хочу ли я тебе подойти? В принципе, можно. Наоборот, сзади остаться. А, да, эти лягут, разумеется, они по 3 дюйма проползут. Не так далеко, вот сюда, вот сюда. Будем прятаться. Спасибо. Ой. Двойные проны. Очень хорошо лежат. Я вот думаю, да. Чуть подальше. Ну ладно, давай хакер назад отползет вот сюда. Угу. Это все звучит очень ужасно. Позиция — это, конечно, просто кайф. Как-то так. Ну, все еще стреляю в тебя. Ну да, дальше отойти не могу, к сожалению. Ну, видимо, так, я закончил свое движение, по мере мой зок. А, все, я нормально. Я прям на границе, но зашибись. И этот вывалился. Все как планировалось. Да. Давай, я в тебя стреляю. Да, это минуса. 32. Господи, как сложно. Вот сейчас мне нужны криты. Да и тебе, может быть, тоже. 2, это 9, по минус 6. Звучит как очень хорошие числа. Не криты, но неплохие числа. Я по десятке, да, получается. А я по 11. 11 — это крит. На тебе 2 сейва. У тебя же 15-й баллистик, нет? Нет. У меня 14-й. 17-й в линке. Так вот, стоп. Минус 6. У тебя 11. Один выпал, правильно? Ну, вы или это как происходит? Вы поддет. А, на резолюцию. Этого, да, на резолюшн. Вначале там понял. Был, поэтому именно поэтому он смог подвигаться. Окей. Ну это дыра? Хорошие нетворки. Один приказ. Ну, как бы два. Ну что еще? О, 12 престиж. Как... Да. Хочу ли я упасть? Ну, как будто ты сейчас все равно 2 приказа потратишь на варка, правильно? Ну, или один. Как бы посмотрим, как кубики лягут. А, ну, ну сначала вкатываешься в ознатку, потому что иначе ты не видишь бутра, как будто. Вообще достаточно хорошо вижу, на самом или деле. Или видишь, да, или видишь. Вот отсюда я его вижу прям сразу. Ну и ознатку, да, ладно. А, давай я залягу, что. Ну окей. Попробую. Следующий приказ, он отдельно варк. Я залег. Смог, да, отдельно варк прошел сюда. Спроси, окей. Ро. Ты на всех вышел? Ну, чуть поменьше. На нее и вот на него. Угу. А, ну, я стрельну в тебя 2 раза. Угу. И здесь тоже в тебя стрельну. Окей. Давай... Че, у меня знатка стреляет по 11, я в него по 13. Да. Давай 1 в знатку и 2 в этого. Надо поддерживать имидж варгов. Здесь меньше 16, здесь... 0. Да, здесь у тебя везде нули, у меня везде плюсы. В общем, марк. Да. Так, ну я по 13 и по 11. С кем сначала? Я со знаткой сначала. Давай. О. Ну ёшкин-кошкин, ну сколько можно? 7.
Один сейф. И два в этого чела. Сейф. А, и... не попал. И тебе дашка получается. Ну да. 8 попал? Нет, у тебя не 14 баллистик. А за что? Баллистик. А за что? Ну, я по 13, что ли? У меня нет МСВ. Ты не сюрпразишь. Это же не Ты в чистом поле. Собака, я думал, это овердрон. Все. Все, не трогай меня. Спасибо. Оставьте меня в покое. Все, он умер. Блин, я думал, это овердрон. Чё-то меня заклинило. Это же откуда овердрон? Ну, я понял. Гиперопитка — нечастый гость в комбайнах. Так, ладно. Придется арков один раз еще подвигать и спрятать. Но перед этим давай-ка активируем Бистхантера. Давай. А, блин, надо было с этого начинать, что-то я туплю. Давай активируем Бистхантера, он просто в дом войдет. Давай. Это ра, 2.5, вот так вот. Я типа увидел Датурази, да? Датурази, и я увидел, видимо, Бултрак. Жесть. Да. Бултрак стрельнет, а Датурази... Мой зок, я далеко. Ну да, я очень далеко. Да, это сейчас будет кринж, я уверен. Ты просто кинешь 2 панцерфауста и разорвешь его. Я это уже видел. Один. Сначала один, потом второй. Ну потом второй, так и будет. Давай с пистолета в тебя стрельну за Турази. У него хэви пистолет. Пофиг, давай, панцерфауст сюда, ты в меня не попадешь. Давай за Турази сначала. Чух, 42 11. Дюйма. Я реально не попал. Я же говорил. 42 дюйма. Это минус миллион? Даже у гиперопитки, по-моему, это минус 3. Фавози, у тебя нет минусов. Да есть. У гиперопитки есть минусы. До 8. Меня в прошлый раз кипал, подловил, по-моему, на этом. А, нет. В смысле? Это гиперопидная пушка. Я лучше всех в этой игре знаю, как она работает. Я панок. Все, понял. У нее нет минусов дальше 8. В принципе. Ну, тогда по 13 тебе. У меня мимитизм. Я не попал. Ну, я не попал. Отлично. Давайте зеленый приказ, он подвигается. Ну, так, чтобы его Датурась не видел. Да ты, по-моему, уже... Хотя, мне кажется, я тебя вижу, на самом деле. Да? А мне как будто прям очень хорошо. Типа вот так. А, в любом случае нет возможности такой, да? Угу. Ну, вот так я тебя не вижу. Ну, если ты не против, я, типа, думал об этом. Ну, если ты хотел так сделать. Ну, да. Я, так уж и быть, думаю, что так можно сделать. А так ты меня начнешь увидеть, потому что я толстый. Пофиг, остался стоять на месте. Давай, второй панцерфауст. А, ладно, ушел назад, все. Остался стоять в окне, потому что я не могу лечь. Ушел назад, давай второй панцерфауст отсюда. Стой, если ты уйдешь назад, я как будто тебя увижу, не? Да, увидишь. Тогда стреляю с собой. Да, я стреляю, я все стреляю. Вообще начихать. Давай Датурази сначала. Датурази попал. Здорово. И давай Бултрак. 8, о нет. А у меня 9. 6. 6 не похоже на сейф. Я умер точно, потому что у тебя шоковый пистолет. Да, да, да. А, у тебя 9. 9 я перебил тебя. Ну да, потому что любая дистанция, у меня миметизм. Да, это по десятке. Просто. Окей. Комфортно. Комфортно, да. Так, ну, что-то можно сказать. Зато теперь во второй группе царство желтых змей. О, да, как здорово. Не, а знатка-то жива, она посейвила. А второй... А, это да, это первый. Бултрак тоже живой, но Бултрака орки на ару застрелятся, как бы, что мне. Правильно? По факту. Да, правильно. Так подвигать, так подвигать. Ну да, давай, короче, common токен, приказ в линк. Линк-лидером стал хакер. Угу. Этот орк перебежит вот сюда на 6. Стой. А, ну да, все нормально. Я же положил мужика. Да, да, ты его положил. И вот в этом месте ты не должен своим мужиком видеть меня, даже если ты встанешь и походишь по крыше. И я должен быть в ковре краем базы вот отсюда. Да, 100%. Ну да, я немножко в кавере вот с того угла. Это хорошее место. Ну да, с крыши не увидишь. Увидишь нет, 100%, отсюда, 100%. Да. Пулемет побежал назад.
Вообще, куда я хочу убежать пулеметом? Этот мужик хочет сюда сбежать. Вообще тут некуда убегать, если честно. Абсолютно. Выше бежать некуда. Да, выше. Поэтому могу убежать вообще вот сюда. Угу. Хацкер придет в это место, приползет. Куда пулемет деть? Как на ров встать? Чтоб ты меня не мог сильно обижать. Выглядит так, как будто бы пулемет стоит в не самом плохом месте, если честно. По фактам, конечно, стоит в ужасном, но... Да, тут ковра никакого нет от Бултрака. Ну, давай отойдем сюда на 6. Раниаро, хакер. Да, хакер хорошо спрятан, пулемет отойдет вот сюда, чтобы быть в ковре от, типа, примерно отсюда. Ну, если я сюда приду, то как будто не будешь. Ну, как будто ты меня и не увидишь. Как будто, правда. Ну, только если там вот, вот сюда отсюда. Придешь. Да, вот туда. Вот, да, туда. Да, вроде нормально. Ну, у меня все еще 10 приказов в первой. Ничего страшного. Это ляжет. Окей. Наверное, так, да. Хреново, но как, кое-как. Угу. Давай. Ходи. Что-то да, я как я могу забыть, что... Альбед плохое правило. Не-не, ребят, не слушайте. Оно не игнорирует тагов. Игнорирует двух тагов в этой игре. И все. Так, стоп, что какая разница, сделать? Если бы ты был овердроном? У тебя же был бы альбедо. Альбедо не игнорирует. У нас вообще один таг в игре с визором, это Марут. О чем я вообще думал? Я не знаю. Окей, ну, ладно, все, неважно. Я ты думаю, же хотел по Саскаде Масманке пострелять, правильно? Да, так. Да, видимо, надо было просто выйти сюда все три вазна, а потом выйти в ковре и пострелять в себя всеми тремя. Все, вот что надо было сделать. А что я там кинул? 9, по-моему. Или я не попал еще в тебя? А знаткой? Нет, Бултраком. Не, Бултраком я попал в тебя. Не, конечно, да, поэтому он умер. Я попал в знатку, я не попал в Бултрак по 13 два раза, он у меня попал по, как выяснилось, 13 девяточку, да, кажется, кинул, да? Все еще неплохой кубик. Как бы девятка все еще был бы хайролл. Я все еще не попал. Ну, то есть в целом, на самом деле, ничего бы не поменял. Будем честными. На восьмерку я кинул. Нормально, ну, ровно, что могу сказать. Да. Повезло. Так, давай импетусы. Так, будем ли мы разводить царство желтых змей своих? Если я здесь побегу, то как будто ты меня просто увидишь, правильно? Здесь тоже. Поэтому собачки постоят на месте. Они нам еще пригодятся. Они нам еще... Блин, слушайте. С другой стороны, я же могу сделать кошес вот сюда. Да, допустим. Но это на свой приказ. А потом просто сделать берсерк ворка. Да сначала кошес, потом додж, а потом берсерк. Да-да-да. Тогда да. Но это слишком затратно. Это... Нет, у меня даже не получится. А, ну это два команд токена. Нет, такого мы не делаем. Давай дотурась. А что дотурась, куда идти вообще? Давай я просто пройду вперед. Я здесь протиснусь? Наверное, нет. Да, надо обходить. 2,9, 1,1. Норон, наверное, нет. А, ну лампа есть. Да, вот эта лампа есть, да. Да-да-да. Давай тебя послепит. Окей. А, погоди, ты в мину вошел, наверное. Не, как будто нет. Не вошел. Я не подошел. Не вошел. Лампа. А, она и не попала. Ладно. Ну все. Давай делать гадости. Сенсио, приказ. Так, ну по моим расчетам отсюда больше 16 до этого орка. Может быть. Как будто ты будешь стрелять в минуса по минус 6, по плюс 1. Ну, плюс 1, по... минус 6. По 9, а я по 13. Ты по 13.
Ну, как будто нормальные шансы. Давай я пойду на 6. Вот сюда. Угу. Ну, пока ничего. Ну да, yeah. Там, ну, стою на месте, допустим. Окей. Okay. Давай следующий на всего приказ. Я там вдоль этой лавочки пойду вот сюда. Ага. Ну, даже как-то вот так, наверное. Ну да. Смотрю на себя красиво. Ну, чё, АП? Да, давай. 19, нормально. Да? Приемлемо. 5 кубиков. А, ну я зайду там назад, если чё. 12. О, слушай, я прям плотно зарядил. Да, 9, 10, 11, 12. Вообще очень кучно. АПшка, очевидно. 1, 2, 6. Да, очень кучно. Орк испарился. Так. Почему? Так. А здесь есть ретрит в этой миссии? Наверное. Да. Звучит не очень хорошо. Да ладно тебе. Почему? Звучит прям очень не очень. Ну, типа, мне кажется, что если я убью тебе еще одного орка, то ты как будто упадешь в ретрит. Потому что у тебя осталась одна лампа. А, нет, две лампы. Да? Два багажника, две лампы. А, еще два багажника. И три арка. Нет, тогда как... И три арка. Ну, как будто тогда еще более-менее. Чего я только хочу с этим сделать? По идее, мне нужно убить пулемет, и тогда у тебя... А, ну, с другой стороны, если я убью у тебя хакера, то ты кнопки не сможешь нажать никем, правильно? А за них, по-моему, там по 2 очка дают. Да. Сейчас посмотрю. Да, по 2. Вот, но если я убью у тебя арка с пулеметом, ты тогда просто не сможешь меня ничем убить. По идее. Это тоже верно. Так что выбирай. Вот. Choose your destiny. Ну давай... Да, наверное, все-таки арка с пулеметом попробуем убить. Ой, знаешь что? Наверное, я даже тебя отсюда увижу прям. Да. Так, я зашел там обратно, я же это говорил. Но мы помним, что нам не хватает, чтобы дойти до туда. И как будто 5 по 16 гораздо интереснее, чем, чем 5 по 13. Поэтому давай мы потратим приказы в линк и сделаем джамп. Наверное, okay. Да. Ничего тебе сказать не могу. Я же встать могу, правильно. Так, ну как будто там на 3, допустим. Почему на 3? Тебе какой мув? 6? Ну, мне же нужно 4. Встать, и я же от головы мерю, правильно? По идее. Зачем ты джамп вниз меришь от головы? Так он же от головы меряется, разве нет? Любая часть силуэта. Зачем его мерить от головы, а когда да? Прыгаешь вниз? Иначе бы ты, ну, не ладно, смог спрыгнуть с крыши вообще, если ты мерил от головы. Потому что дом высотой 2,7, и силуэт высотой 1,7. Суммарно больше 4. У тебя, ну, просто ладно, не было возможности прыгнуть вниз. Приемлемо. Так, а это считается же мувом? Я могу дверь открыть на это? Правильно? Ну, это не мув, это movement skill. Но мы, типа, дверь же не блочит мув. Да. Я просто думал, существует. Она в этом плане, что... Так, 4,5. Не-не-не, они же не открываются просто так. Здесь вообще стол немного странный. Здесь вот эти вот окна, двери есть, тут их нет. Для тех, кто смотрит. Угу. И нигде не описано, что это такое. Поэтому мы сделали вид, что это так же, как на прошлой карте, что там было написано, что закрытые двери блочат лов, но не блочат мув. И окна. Ну, видимо, так. Давай вот так. Я прыгнул там, допустим. Здорово. Здорово, да, я тоже так считаю. Так, давай дальше пойдем. Ну, там 4. Там на 6. На 4. И на 0,8, 3,2. Нету. Иду дальше, допустим. Тут у хакеров бонус, да? Нажатие кнопочки. Да, и у инженеров. Инженеры это... Так, я его уже подвигал? По-моему, нет. Угу. 4,4. Угу. Где мы?
дадим. Угу. Давай следующий приказ. Блин, не дохожу. Жалко. Идем сюда. 4 сюда. Ой. 5. Давай, знаешь что? Я пройду в Сурятлинг лидер, я пройду вдоль ковра, вот так на лампу выйду. Алло? Хочешь пульс? Да, давай, я в тебя стрельну. О, там две лампы меня видят. Тебе только одна видит. А, стоп, я дурачок. А, да, давай. А, это минусы, жаль. Жаль. Угу. Ну, давай, 3 ракеты в тебя. 10. Это крит? Же? Не. Нет, это 7. Не, же минусовая дистанция. Да. Ну, я 2 попал. Неважно. А, да, 2 там, визор. 1-8. Горишь. Ха. Вот оно. Сочно. Перестал гореть. Рыженькая. А, ну все, вторая группа уничтожена. Угу. Давай следующий приказ. Линк-лидер. Дарток. Угу. Вот здесь ты будешь от меня в ковре? На орке, как ты думаешь? На этом? Да. Конечно. Окей. Там между центрами, если прямую провести, я думаю, что я где-то между там, вот как-то так. Окей. Два вот сюда. Минус. 1,7, 2,3. Блин, с другой стороны, я просто могу в тебя чайники наложить там. Да, давай так и будем делать, наверное. 1,3. Ну, там 2,3, допустим, сюда. Кого нету... Аккуратнее. Ну, да, допустим, нету. Но я же здесь спокойно могу пойти, правильно, мне кажется? Ну, вот это куда важнее точка. Чем ближе, тем я тебя хуже вижу. Понятно. Ну, да, почему. Окей. Давай я нажму здесь кнопку. Здесь пол вровень, да. Ладно. Ха. А, да. Давай следующий приказ. А, то же самое, я просто пойду вперед с этими мужчинами. При этом 13 VIP по 16. А. Да. Ну, бывает что. 2-4. Четыре. 2-1. 5-1.5. 1.5. Короче, как-то там дюйм. 2-8. Этот мужчина пойдет сюда. 5-7. Так, давай еще раз попробую эту штуку сделать. Ну, в этот раз получилось. Давай мы ее покрасим там. Она не покрасилась, да? Не да. Покрасилась. Ну, короче, ну, ворот сейчас пофиг. Я... Я пока двигаю там остальных. Просто вперед. Один лидер суя там. Четыре, 1, 3. Пару? Нету. Иду дальше. 0,7. Да, да, здесь они могут спокойно идти, потому что лампа была последняя убита. Осталась еще вот эта лампа. А вот теперь, погоди, вот теперь я тебя начну видеть в спину. Вот этой лампой, вот этого чела. О, нет. Ну, давай на 2 назад. Переводил в первую группу. Нет, ладно, сюда. Ну, я тебя прекрасно вижу. Прекрасно видишь, да? Не. Конец. Вот тут тоже меня видишь, да, наверное? Да. Будто да. Ой, фигня. Пальто, если ты же вот этот угол огибаешь, я тебя его здесь прекрасно вижу из-за того, что ты широкий. Ну, да. Что-то я не подумал, что эта лампа существует. Вот ты вот здесь начинаешь, зашибись. Тебе не видно вообще.
Когда ты идешь вот вперед куда-нибудь, то вот сразу вляпаешься. Ну или что? Или на пофиг, какой у тебя ПТС? Шестой? Третий? Третий. Ну и казалось бы, да? Какая просто вот прийти к тебе кайтоком, это, ну, типа, более сейвово, чем стоять с тебя с пулемета, мне кажется. Может быть. Не отрицаю. Назначь его лидером, убей лампу, кайтоком. Воу, скобка ослепнет. Могу я просто пододжить. Лампу просто не хочется убивать. Хотя, сколько арки стоят? По 30, наверное. 30 плюс 30. Зависит от... И некоторые... Да, ну вот эти, допустим, два орка. Это, допустим, у тебя 60. А, ну и два багажника, это по 8, по-моему, они. Да, они по 8. Это наши по 9. А, и это получается, даже если они стоят по 30, то как будто 76. Нормально. То есть лампу, в принципе, можно убить. Давай тогда сурьят. А нет, стоп, а где сурьят? А, вот. А, ну им я уже сходил. Стоять тогда. Или кайток. Ну ладно, тогда давай кайток пройдет вот сюда. Там на 4. На 4. Чтобы увидеться с лампой. Увидеться. И на 2. И на 2 назад. Окей. Этот прошел. Давайте гуськом там за ним. Типа вот отсюда, откуда ты меня видел, да? Ну, не хочу на орка вылазить, вот это вот все. Как-то вот сюда, наверное. Ну да, да, там за ящиками где-то спрятался, короче. Угу. Ну, такое, ну да. Ну ладно, допустим, орк тебя... Вообще, казалось бы, он тебя, может быть, тут видит уже орк. Вообще-то, казалось бы, видит. Вообще видит. Тогда так, да, не получится сделать, да, сорян. Ты можешь вот отсюда пострелять без проблем, да. Ну, этим мужиком не хочется. Ладно, давай тогда мы сделаем все-таки как? Я пойду вот сюда. А, и там тоже меня орк увидит. Да, давай, да, я пойду, да, вот, вот сюда на два. Тут окей. Так ты мне. Хотя... Угу. Ну, допустим, пока окей, да. Вот будем считать вот с космашинки началом. Угу. Ну, это просто мужчина там на 6 сюда пройдет. Ага. И кто лидер? А, лидера... Да давай кайток. Кайток. Я тебя увидел. Да. Ну давай вот кайток лампу засветим. А я поддоджу всеми. Ха, это вообще... Давай кайток. 9. 14. 2 своего. Жесть. А, давай сурьят. Вот это мне важно. Остальное, в принципе, пофиг. Все, отлично. Так, 2 сейва. О нет, я ослеп. А, ну сурьят в этот в кавер, да. Да. Так, давай я просто вот задоджу сюда. А, ну я, наверное, кавер от обоих не могу получать, да? Ну да, потому как что будто орк, нет. Орк вот эту точку увидит тебе без ковра, да? Поэтому да, да. Обоих не сможешь. Давай, ну там, допустим, парамедик. Пододжил. Ну, так что ПТС что тебе лампа сделает? Пододжил. И кто-то там последний был. Тоже пододжил. Кто в доме? Дарток, наверное. А, нет, Вангард, парамедик. Сурьят, Хрел. Ну, все пододжили, в любом случае, да. Физика родная 12-я, по-моему, да, у них? Да. Минимум 12-я. Здорово. Все там упали. А, давай я попробую тоже упасть на кайтоке. Ну, допустим, упал. Я же могу, да, гад завалить? Ты же меня, да, не видишь, да, там? Конечно. Лежа не увижу. Ну все, давай, следующий приказ. Тоже на линк, на сурьята. Сурьят там залег. И прополз на 2. А зачем? Хитрые мувы. Она типа не вижу, что когда ты лежишь, окей. Так, этот мужчина там пополз на... Кто лидер-то? 2. Сурьят. Этот не прополз, встал и прошел. Да, встал. Встал и прошел. Можно и прополз. Ну давай прополз, ладно. Окей, если это прополз, лежит туда-сюда, да.
Да, этот прополз там тоже на 1.6. Этот пошел сюда. Хотя, по-моему, если я хожу вторым силуэтом, ты как будто... Нет, все равно видишь. Да и ладно, что, всем я просто пройду. Да. Давай на 2. Это тоже на 2 за ним. Как-то так. Ну, Сурет пополз единственный. Ну, пофиг, поскольку дарток я слепить не могу. У тебя и так 2 специалиста, может, даже больше. Давай я лампу ну, сюда, и пулемет тоже сюда. Ну, давай я все в пулемет задую. Вроде давай. Без ковра в тебя, да? Да, да, ты меня вот, если отсюда, то ты меня видишь без ковра. Я тебя вижу в ковре. Нас ну, все еще трое, и все еще стреляют дважды. По 14. Крит, 2 крита. На тебе 7 стрибов, как будто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, как будто 7. Да, точно. Я без ковра. Нормально. Четвертая броня. Ничего не знаю. А, нет, ладно. Четвертая было близко, но да. Многовато залетело. Лампа, давай, в тебя послепит просто, потому что она такая ревенж. 1. Я в тебя попал. О, нет. 2 стриба, 6 БТС. Это нет, это станет. Какая дистанция была? 10. Угу. Так, ну я сейчас его не видит для тебя, правильно? Поэтому я не могу завалить гац. Ну да, похоже на то. Давай, чё, следующий приказ. Ну, по идее, мы просто можем... А, если ты об меня убьешься, то игра закончится, правильно? Погоди, почему? Потому что ты второй игрок. И ретрит, он же наконец... Раунд наступает. На начало хода он наступает. А, да? Все, окей, тогда. Тогда пойдет. Приемлемо. Так, я газик перевернул. Давай просто идем. Че? На краю мы тут не видимся. Ну да, надо просто идти. Давай на 3.2. На 0.8 не могу перелезть. Ну, сюда, допустим. Тут сюда. Ага, тут ты меня увидишь? А где мужик? Какой? Тут мужик стоял. Стоял. А, стоял уже. Я уже его убью. А, так, ладно. Дурак. Вообще. Это жесть. Это жесть. Где мужик? Да. Вот так, вот так, вот так. Ну, допустим, там парамедик. Линк-лидер. Ару нету, пойду дальше. Сувьят. Да. Парамет. Да, допустим. Сувьят, Чимджи, сюда. Дарток. На дарток комфорт. Хотя нет, он пойдет сюда. Ару нету. Так, следующий приказ. Ну, допустим, я там вышел сюда на 1.7. 2.3 сюда. Кайток пошел сюда. Этот мужик залег. Он же линк-лидер. Дарток залег. Суяд заполз сюда тут же. А, кстати, чтобы касаться этой штуки, мне нужно стоять, правильно? Да, я думаю, что так. Забавно. Думаю, что да. Ну да, давай, вот этот мужчина стоит, смотрит на тебя красивого. Там все лежат, этот встанет. Этот лежит, этот лежит. Так, у меня осталось что-то 2 приказа, по идее. Давай. Приказ в... Ну, это... таковарный в... Да, таковарный вот сюда. Пошел на 6, пошел на 4. Сюда, наверное. Угу. За последний приказ я встал в сапресс, допустим. Окей. И во второй группе давай поводим желтых змей. Это прошло на 1.2. 1.5, 2.7, на 3.3 вперед. Нету, прополз еще на 3. Ну давай, а это... Ой, гака встала и касается этой точки. Вдруг я просчитаю все, и у тебя ретрит.
Ну, это орки, которые стоят меньше, там, 30. Ну и все. Ну окей, твой не, ход. Ну вот эти орки с мультирайфлом и специалист, они больше 30, конечно же, стоят. Ты еще лампы не убил, к сожалению. Ну не, какая разница, даже если бы убил лампу, все равно у меня не было бы ретрита. Это прекрасно. Да, поэтому у меня осталось 5 приказиков. Ой, а Сурьят, если что, вот, вот тут за вторую часть приказа он прошел к стенке, очевидно. Окей. Сори. Да я забыл его подвигать. Ёшкин-кошки. Единственное, ну, да, кто стоит, так. Это гавка, получается. И вот... кайток. А, и кайток. Гака, кайток и Сурьят. Ну и там бдит Болтрак. Mm-hmm. Это будет твой минус 3, это будет мои минусы тоже, к сожалению. Мои минус 9. По 10, я по 5. А потом уже более-менее окей начнется ситуация. Типа раз, два, три. Чуть тебе останется. Немного у тебя останется. Вообще, теоретически, если я сейчас убью Болтрака, Сурьята и Кайтока, он у тебя еще пулемет. Он лежит, да, не лежит, я не знаю. Разберись, пожалуйста, с маркерами. У тебя тут какой-то огромный клич, не разброс, на хрен пойми, где здесь пулемет, валяется. Пулемет лежит. Станет, ушел. Okay. Ну все. Там лишний, да, я просто с гак не убрал. Так. Ну, кстати, у меня еще линк, я могу их вдвоем водить. Что-то мне даст, правда, непонятно. Можно куда-нибудь лампу подвести, тебя похакать хакером. А потом, ну да, жаль, что дураз не взорвался на мини, было бы куда веселее и куда интереснее. Если бы взорвался, да, можно было бы лампой пробежать типа сюда. И через хакером тебе какой-нибудь выключить. О, блин, тебе все равно дарток. Я чинбот и дарток, да. Да, поэтому шестым ПТСом. Господи, боже мой, лучший хакер в игре. Еще и в моротах. Еще и в композиции. Еще и по чинботам. Ух. Сюда, сюда. Ну, комбик тебе не пробьет, к сожалению. Хотя хотелось бы. Что ты там видишь? А, ну ты плюс-минус все видишь. Угу. Ну ладно, поехали фаертима, лидер мультирофил, пока что откатимся лежа, там сюда вот, и хакер, видимо, сюда, потому что его не должен никто видеть. А, не, его тут видит кайток. Если ты лежишь, вот, то нет, кайток даже, тебя даже увидит все равно, да-да-да. Да. Пока так, ро-не-ро, на один сюда, угу. Там чуть-чуть вперед. Да. А, следующий зеленый приказ. Орк встанет, пройдет вот сюда на 6. Угу. Он лидер. А, хакер. Так, орка видел только Болтрак, по-моему, если я так делаю. Да, да, вот здесь он тебя увидел. Да, да, да. А, хакер, хакер. Справа проползать не вариант, там Сурьята, а слева проползать пока что тоже не вариант, пока что там кайток. Окей, значит так. Оро. Так, а я Болтрак? Тебя увидел. Где-то вот здесь, да, наверное? Ну да, да, пока я проходил. Я просто думаю, если кстати, там 24... Здесь уже нет. Вот здесь уже, походу, нет. Как будто да. И это не очень хорошо. Ну давай я точкой в тебя стрельну. Просто точкой сниму сапресс. Сейчас. Не, увидишь в той точке. Окей, короче, ты сбрасываешь сапресс, стреляешь даблэкшоном. Ну да, да, там больше 24, мне кажется. Окей, а да, я в тебе мультирофилом постреляю, потому что если до 32, это в целом выгоднее 3 раза, чем один раз подожить. Хотя бы хафи 14. Да, да. Ну здесь, конечно, а, нет, уже до 34. Слушай. Я в этом не сомневался, но хорошо, что у меня появился шанс. Разумеется, АП. 16. Кубики. 1. 2. И все. Сильно. Так, ты, да, АПшка, да? Да, конечно. А, ДАшка — это один выстрел. Да, да. Но да. Это сейф. Я постой. В любом случае, это рофил. Стой на месте. Да, религиозные же все. Конечно. Угу. Все мороты такие.
Я могу пройти типа сюда. Это будет теоретически в пределах 16 от Кайтока. Там посмотрим. Чуть вперед, если проходишь, тебя только Кайток будет видеть. Ну да, поэтому я пройду типа 2-4. Вот сюда. А вот здесь тебя Сурьят уже видит. Уже? На самом деле. Вот здесь? Угу. Если ты на углу стоишь, мне кажется, он тебя уже видит. Да, прям хорошо. Согласен. А, так давай я выползу просто на него, видимо. На Кайтока? На Сурьят. И все. Кайток меня не увидит здесь. Если лежа. Да, так и есть. Ну давай. Что Сурьят скажет? Ну я стреляю в тебя. И я в тебя, опушками. Окей. А, больше 16. Вот это сейчас обидно было. Ты, наверное, шаблонами? По 16. Да, конечно, по 16. Давай, 3 туда. 6, 7, кстати. 8, 9. Это крит, да, может быть? Нет, крит это 8. Был бы. Потому что я, по-моему, с 6 стреляю. Потому что баллистик хороший-то. Критовать на 7 это для лохов. А, 8-9. Ну да, звучит как 2 хита из ХРЛ. Звучит как 2 дыры из ХРЛ. Не-не, у тебя же 4-й армор. Ну, один по сейву. А, да, один. 14-й же сил. Да. Не. Ну, это затих, да. Ну, он коншенс. Теперь уже совсем неинтересно стало. А, варкор. Да как будто все. Варкор. Стух. Да, остался бы Вунжон, и я бы мог провалить Гатс, испугаться Сурьята, уйти вот сюда, наверное. Нет, ты меня все равно видишь. Да, ты меня все равно видишь. Из-за среза, да? Наверное? Нет, хотя и так вижу. Прям нормально. Да, ты меня и так нормально видишь. Ну, в общем-то, из-за среза, да, но какая разница? В целом я достаточно широкий. Поэтому не удалось бы мне в плюсы попасть. Жаль, что тут 17. Это вот прям подстава. Хотя, что я кинул? Ну, как будто 6, это 7, все равно бы тебе не помогло. Это ничего бы не изменило, да, все равно. А, там же был трак еще. Да, если я встану, меня точно увидят. Хотя вот это хорошее место для кауш-смува, если бы не был драк. Да. Я смог по кауш-смуваться и кнопку нажать. Что ж. Попросил типа стрелять, потом встать, пройти, нажать на кнопку. Надеюсь, что ты ее не нажмешь. За сколько? За миллион приказов. Ну, пока 10 у меня. Дартоком, да. Ну да, делать здесь абсолютно нечего, если честно. Видимо, так и сделаем тогда приказ в Аркахацкера. Он, видимо, проползет сейчас. Здесь. Он встать пройти. Хватит ли мне дюймов? Вообще должно хватить, да. Давай, Аркахакер проползет. Кстати, как будто вижу. Да, должно хватить. Да, конечно, ты меня видишь Кайтоком. Ну, я поэтому не мог ползти раньше. Два фламеншпира тогда. А, да, давайте из комбаря по минус 6, потому что здесь явно больше. Да, давай мой зок померяем. Ну да, здесь... Блин, 17, похоже, кстати, мне кажется. Мне кажется, 17, да. Но если я тебя застрелю, у тебя минус приказ кнопку нажать, правильно? Жестко. У тебя 8-я броня в ковре всего лишь. Да, давай постреляемся, потому что делать нечего. Мне нужно тебя просто убивать. Ну да. Ну да. По 18. 3, хороший результат. Ну, 2 сыва тебе. А, ну я точкой же могу, правильно? Да. Ты же не в ковре. Конечно. Да, по 18. 2 сыва. 4-я броня. Вот из-за того, что точка это один провал. О, на ГЦ можешь укатиться. Да, на ГЦ я могу сюда вот на Диму катиться, ты меня перестал видеть. Жестко. Ну и что, последний приказ? Встал, прошел на... Да, без ГЦ я бы не достал. Любопытно, что-то я просчитался немножко. Встал, ну прошел. Давай, по все оружие в тебя. А меня увидели кто? Вот он разродился, он и больше никто.
Да, Бултрак и Сурья. Ну, Гака еще, но она стрелять не будет. Да, Гаки пофиг. Ну, она там пододжит, если вдруг не стрелять будешь. Но ты кнопку пушать, поэтому пофиг. Да, поэтому можно... Так, ну я тебя только в КВ, кстати, наверное, увидел. Сурья там. Сурья там, да. А, нет, Сурья там я вот, вот здесь переходил, вот это место вот так. Вот здесь я был без... Ну да, ладно. Тогда можно и мультипистолетами стрелять. А тут, ну что, Дашка просто. Давай, Дашка. Попал. Ты зря кубы кидаешь, я не завел свою вторую половину. А, да? Сорян. Ну, я перекину, если что. Это что было, 10-11? Это Сурьят. Да, ну, забей. Ладно. Да, давай, я перекину, я если... Ну, потому что у меня есть вариант, смотри, если я нажимаю, я просто надеюсь, что ты за много приказов не нажмешь. Если я сейчас выхожу, выживаю... Ну, я ранен. Шанс того, что я выживу против Бултрака, как раз-таки крайне мал. Потому что я в его плюсах бегаю. Был бы его в нулях, так, я понял. Ну, сейчас же Кайток просто выходит сюда и говорит, и что делаешь? Ну, 4 чайника, я дожу. Пистолеты. Ну да. У меня 14 ПХ на дож, я в ковре имею... Что, 7-ю броню, что ты мне сделаешь? Хай пистолеты 15 силы, так-то все еще. 15? Ну, плюс 1 дэмэджа у них. Да, и это хай пистолет. Дэмэдж. Господи, боже мой. Пофиг, ладно, давай нажмем кнопку, и все, и не будем ни о чем думать. 13.9. Нажал. Нажал, просто потому что с бонус. Все, что там, 10, 11, 2 хита, 12, давай, 2, дабл экшен полтрака. 4 сейва. Уже unconscious, и 2 с этого. Ну там 4. Я же мультипистолетами. Ну, не важно. А хотя ты посейвил. Ну, там с полтрака уже не посейвил. С полтрака не посейвил. Да-да-да, один. А потом с этого... А, да, если мультипистол, то 11-16 посейвил, давай еще раз. А, еще раз не посейвил, да. Угу. Мультипистолеты, господи, боже мой. Ну да, да, им выгоднее. Окей. Ну ты же без кавера, поэтому как будто 4 сейва словно лучше, чем да, 2 с... Ну, давайте кавер. Просто смотреть, как ты не кинешь кубы, потому что это реально больше ничего не осталось. Ну ладно. Сколько давай. Тебе приказов на то, чтобы не кинуть кубы? Ну, 14. Вы 13. Типа. Точно не 13. Ну, там же есть пилот, правильно? А, ну, да, слушай, пилот есть. А он же в той же самой группе. И он в НСО? 4, вылезти. Он... Да, там, да, слушай, ты сможешь, у тебя будет приказ пилотом нажать. Жестко. Ну, иди пилотом, чё? Это сильно. Ну, давай пойду пилотом. Давай приказ-то коварный. Я там прошел 2. На 4. Ару нету. Иду на 4. Давай, следующий приказ. Заинсио. Он не дотянется, ну, да? Пилот на 4 дюйм бегает. Да, да, да. Ну, тогда я он не дойдет в этом приказе. Хотя я могу же сначала Бултраком подвигаться, а потом... На... Конечно, да, зачем тебе пилот? Ну давай на 6. Бултраком доходишь до сюда. Скоро. Остаешься стоять. На начало следующего приказа ты просто высаживаешь пилота сюда и сразу жмешь на кнопку. Ну да, так и есть. Давай еще. 12, по-моему, там. Да, нажалось. Ну, это оно. Ну да, собственно, уже морская кнопка. Ну и все, ну, это получается 10-0, типа, потому что у меня, даже если ты мне никого не убьешь, у меня все равно все ремы, и у меня не может быть активного лейтенанта на конец игры. Угу. Окей. Ну, что ж, вывод какой? Вывод такой, что... Ниндзя, да, чуть-чуть я забыл про Альбедо. Ниндзя сдох не зря, на самом деле. Он как бы все еще мог с тобой постреляться, но он этого решил не кинуть баллистик. Впрочем, ничего нового. Стоп, я кинул, а просто ты лучше кинул. Да, точно. Да, но... ты кинул 2, я кинул, по-моему, 3-4. Что-то такое. Да, да. Или 6-7. Не, 7 был бы крит. Ну, там, да, 3-4, типа там, того. Да. Короче, другой ростер с Йотамом и Бойгом с Меслой был бы получше. Не сильно, но получше. В этом, на этом столе. Только вот на этом диплое. Потому что с моей стороны Йотама не спрятать. А вот сюда он не встанет? Йотам? Да. Хочешь вот сюда? И начинаешь гиперопитки, 10 приказов стрелять в Йотама. Очень интересные, типа...
геймплей. Ну, кстати, да. В смысле, конечно, он не встанет сюда. На этой стороне он нигде не встает. Вот на этой стороне так просто никуда не может встать, кроме вот этого места. Но это слишком близко к вот этому дому. Там здесь хакер отсюда, может типа, подойти. Да, хакингаря вот аж до сюда дотянется. Поэтому здесь это плохое очень место, плохая идея. Как будто даже питчер можно просто кинуть. Он же там стоял. Да, можно и без питчера. А вот здесь... Здесь деплоится нормально тагом. Хоть сюда, на самом деле. И потом выходить вот в эту сторону вот так. Либо сюда. Ну, здесь линки поставить, мне кажется. Ну, их же все-таки нужно в разные стороны ставить, ну, желательно. Ну, да. Мне кажется. Зачем вот. Сюда и типа еще здесь. Нет, я имею в виду, если ставим справа блутрак, то слева не очень хорошее место под линк, мне кажется. А, ну это другой вопрос уже. Ну да, это... Ах, ну да. Что-то, что это, в принципе, на этой стороне хоть места и больше для тага, но на самом деле, смотря вот на эти кусты, не то чтобы его много все еще. Ну, вся левая часть, она открытая полностью, если ты не хочешь на дома ставиться, правильно? Ну да, да, конечно. Поэтому как будто только справа есть вариант. Но если ты ходишь второй, то как будто тебя здесь просто разбирают, если ты не ставишься в эту бугу. Да, хоть 40 прокритовал, но что-то 10 приказов не хватило, чтобы дойти до сюда и пострелять во что-нибудь вменяемое. У тебя, по-моему, 10 было? Что-то 8? 9. Ну, 9. С престижем, 9, да. Ну, на лампу потратился. А ты не то чтобы, достаточно. Если честно. Ну, 3 раза ты в них стрелял. Не то чтобы... Ну, да. Че по выжившему? 6 дюймов было. Ты у меня убил 18 плюс 9 плюс 7. Что-то 25-34 получается. Мне осталось 23. У меня 265. Ну. Нормально. Ну, все получается. Если я правильно понимаю, товарищ Пив выигрывает весь турнир или что-то там котенок обсчитался или не обсчитался? Надо сейчас. Ну, у меня две слабых победы. Поэтому очень возможно, что если кто-то выиграл получше, там... Ну, у тебя не две слабых победы, а у тебя четыре победы. Из которых две слабых. Это очень важно уточнение. Ну да. Просто прошлую я выиграл 3-0. Типа, ну, это очень на тонко. В таблице вся инфа люди... ничего нам не показывает. Ну и ладно. В общем, всем спасибо, кто смотрел. Это было быстро. Спасибо. Это было очень удобно и здорово. И да, увидимся в следующий раз. Всем пока.